Гэри Уэбб, Сан-Хосе Меркьюри Ньюс. Ты веришь в теорию заговора, Гэри? Нет, я не верю в теорию заговора. В заговор, да. Но если я в него верю, это уже не теория. Правительство было в курсе, что вы тоннами провозили кокаин в США? Да, правительство знало. Это щекотливый вопрос нацбезопасности. Национальная безопасность и крэк-кокаин в одном предложении. Тебе это не кажется странным? Я расскажу вам всю правду. Я познакомлю вас с нужными людьми. И тогда вам придется принять самое трудное решение в жизни. И какое же? Стоит ли об этом писать? Один из крупнейших наркобаронов провозил в США тонны кокаина каждый день. Для них. Для кого? Правительство США. Или вместе с ним. Или оно закрывало на это глаза. Боже. Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Атланта. Товар так расходился, я продавать не успевал. Это очень деликатная информация. Этой осенью. Опасная. Основана на реальных событиях. Гэри, ты нашел чудовище. Ты сам не понимаешь, во что ввязался. По-твоему, я должен просто взять и забыть? Только идиот не забудет. Такая история напугает людей. Хорошо бы. Будь осторожен. Вы подвергаете риску секретной операции. Мы знаем, вы были в Никарагуа. За мной следят? Я думал, моя задача — говорить народу правду. Факты, какими бы они ни были. Джереми Реннер. Чтобы раскрытие этих фактов изменило мир. Заставило людей задуматься о своих убеждениях. Мы не угрожаем вашим детям, мистер Уэбб. Чё сказал? Все кончено. Только не для меня! Это не конец! Это правда. Людям не надо знать всю правду. Убить гонца! Смотрите в октябре.